Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим немного о том, как свои внутренние органы сделать генераторами силы, чтобы потенциал приходил в органы. Сейчас через все, что вы можете видеть, ощущать, ваш потенциал исходит из вас. Будь то телевидение, еда, загрязненные пестицидами и другими веществами. Все лишает вас потенциала. А ваш потенциал, ваша жизненная энергия должна всегда бушевать, всегда быть в изобилии. Ее всегда должно быть много. Во-первых, не только для того, чтобы просто выжить, не просто жить, а творить, созидать, менять что-то в мире вообще как таковое. И потому люди стараются использовать диеты, занимаются цигун, какие бы то ни было гимнастики, пробуя вернуть в клетки жизненную энергию. Конечно, и существует множество способов, как это сделать. И о каждом можно говорить очень много. Но я бы хотел дать доступные методы, как усилить потенциал внутренних органов, компенсировать очень многие потери, вот, а потом начать анализировать, через что мы теряем этот потенциал, куда он уходит, какое наше мышление, в каком состоянии мы находимся. Это очень важно. Давайте разберем простейший способ, но он вам поможет, если вы будете работать. Набора потенциала. Когда-то я писал статью «Дыхание» называется, там две части, если не ошибаюсь, две части дыхания, что можно дышать телом, клетками, можно дышать, скажем, органами, мозгом, костями, полями. Все этим дышать можно. Не только существует вид дыхания, который известен ученым, там верхнее, нижнее, диафрагмальное дыхание, там и так далее. Задержка дыхания тоже помогает высвободить потенциал. Но давайте разберем очень простой способ. Первое, с чего вы начнете, это призовите свою внутреннюю искру, свой внутренний свет. Мое высшее Я, настрой меня на мой внутренний свет. Настройтесь, внимание отпустите в свою божественную искру. И дайте команду, пусть в меня приходит потенциал, нужный для этого органа и соответствующий этому органу, как фильтр-программа. Образом представьте, что ваш орган стал насыщаться радугой. Представьте радугу, истекающую в орган. Всеми цветами радуги. Орган удивится. Для него это непривычно. Это непривычная энергия. Так как вы дали команду на согласование этих потоков, придут те, которые необходимы. И начните дышать органом. Дышать органом, ну, можете представить как угодно, что это губка, которая впитывает. Или у него есть маленькие ротики, которые интенсивно вдыхают, впитывают. Вдох-выдох, вдох-выдох. И мощно представляете радугу, идущую в орган. Через некоторое время орган очень сильно удивится. Для него это непонятно состояние. Он не испытывал эти состояния. Он в какой-то мере даже может и сопротивляться. Это уйдет несколько суток. То есть если вы будете терпеливы, хотя бы минут 5-10 работать, и через 2-3 суток орган начнет интенсивно вбирать в себя энергетику. Просто интенсивно. Вот. Даже если вы впитываете в один орган потенциал, что произойдет? Через некоторое время он насытится. Вам просто будет не хотеться уже заряжать его потенциалом. Но это время тоже затратится.
и он начнет раздавать другим органам этот потенциал. Это неизбежно. У вас появится дополнительная жизненная энергия. И эта жизненная энергия придаст вам молодость. Для того, чтобы совершить любое ментальное действие, нужен не просто там потенциал, но и что и сила мысли. Она должна реализовываться, она действовать. Для этого нужен потенциал. Со слабым потенциалом, но и качественными мозгами, работой и так далее, тоже мало не уедешь. То есть, когда вы будете подобным упражнением заниматься, вы увидите, что вы начали больше замечать состояние своего органа. Вы будете замечать, как орган, именно этот орган, действует на ваше здоровье. Например, делает вас унылыми. Если у вас, не знаю, инсулинорезистенция, например, там, проблемы с сердцем, печенью, увидите, что многие острые проблемы начнут снижаться. Если вы добавите раздельное питание и добавите, например, диеты, это очень хорошо, организм будет очищаться. Первое время все пойдет на то, чтобы вас стабилизировать. Не думайте, что вы мгновенно станете мощным, здоровым и так далее. Ведь столько грязи мы накопили. Но если вы будете правильно питаться, например, раздельно, или давать отдых от еды, там голод. Например, когда я занимался там серьезными вещами, и сейчас занимаюсь, я перехожу на питание, например, я ем раз в 2 дня вообще, для того, чтобы мой организм постоянно очищался и мог проводить определенные потенциалы сил. Вот. Это тоже очень важно. То есть нужно действовать. Помимо физической нагрузки на все группы мышц, да, что нужно ее грузить, нужно работать ментально. И вот это упражнение, эта практика, она очень вам поможет. Очень вам поможет. Дальше старайтесь сохранять эмоциональное свое состояние стабильное, гармоничное, для того, чтобы не терять этот потенциал. Жизненная энергия позволит вам сделать свое тело более молодым. Чтобы перестроить клетки, например, для того, чтобы у них, например, была самая гармоничная там, работа, скажем, делительной системы клеток, то есть чтобы ассимиляция, диссимиляция была совершенна, чтобы не было загрязнения в клетке, а чтобы давать команды, например, на обновление там, генотипов, возврат утерянных генов при делении, для того, чтобы омолодить свое тело, нужно с этим серьезно работать. Начните с превращения своих органов в генераторы силы, потенциалы. Что даст старикам? Старикам, если будут заниматься вот так, как я сказал, простое упражнение для увеличения жизненной энергии, хотя можно работать и с подсознанием, множество техник существует, и в глубинных это все известно. Старикам это продлит жизнь. В среднем где-то лет 5-7. То есть это достаточно хорошо. Многие люди успеют осознать что-то, если они не просто будут тратить время на то, чтобы... Ну, как сказать, просто жить, есть, пить, смотреть сериалы. Но еще мощно сработают, дадут импульс для своего роста, эволюции. Ведь все мы уходим в духовный мир и потом вспоминаем, что же я не действовал, почему я не работал. Работайте же, друзья, сейчас, никогда потом. Упражнение... Оно нельзя назвать ни китайским, ни русским. Это упражнение души. Оно известно в духовном мире. Многие друзья его делают. И вы начнете делать. Это вам, безусловно, поможет, друзья. Рад буду с вами вновь и вновь говорить. А вы пишите отзывы, говорите со мной. Всего хорошего, до свидания.